В Химках провели круглый стол Общественной палаты Московской области. Представители областных и местных ведомств вместе с жителями обсудили городское благоустройство, работу управляющих компаний и строительство новых жилых домов в микрорайонах. В том числе говорили о ЖК «Речной». Жители волнуют, какие изменения ждут микрорайон с появлением комплекса. Представители администрации рассказали о появлении новых парковочных мест и как будут решать проблему пробок. У нас есть ответственный отдел транспорта в администрации. Нужно будет, наверное, инициировать эту работу и с ними локально проработать вопрос, связанный с транспортным обеспечением, и думать уже на будущее, как будет действительно транспорт обслуживаться и в связи с 2000 новых жителей. Также на круглом столе обсудили вопрос получения квартир в жилом комплексе «Авиатор». Дольщики получат ключи уже в следующем году. Очень здорово, что никто ни от кого как будто не скрывается, все готовы в диалоге поговорить. Мы вас просто просим на особый контроль дать эту историю и, может быть, да, с тем, чтобы на вашей площадке мы встретились и просто с жителями обсудили, чтобы это некая история конструктива и как бы диалога была. По итогам круглого стола составили протокол, чтобы озвученные жителями проблемы были решены.